Глаза кошечка прижимала к себе крохотного брата, пугливо смотря на людей. Прохожие заметили двух крохотных котят, которые бродили по улице и пугливо оглядывались по сторонам, боясь всего вокруг. Было видно, что малыши рано остались без мамы и были вынуждены выживать в одиночестве. Прохожие заметили двух маленьких котят, бродящих по улице в городке Оушенсайд, США. Крохотные котята, брат и сестренка, были в ужасном состоянии, и добрые люди не смогли пройти мимо. Малышей отнесли в ближайший приют, в котором, к несчастью, не оказалось места. У обоих котят была сильная дыхательная инфекция, а у кошечки еще и инфицированный глаз, который требовал удаления. По-видимому, малыши в раннем возрасте потеряли маму и выживали как могли. Приют попросил своих коллег о помощи, и на просьбу сразу откликнулась Аманда, сотрудница центра спасения Кита Ресео Лайв. Девушка сразу забрала котят к себе домой на передержку. Аманда изо всех сил две ночи сражалась за жизнь малюток, но, к сожалению, один из них проиграл битву. Осталась только сестренка, которая опекунша назвала Мейпл. Кошечке пришлось удалить воспаленный глаз, но, несмотря на это, она была полна сил и воли к жизни. Мейпл быстро пошла на поправку и начала набирать вес. Уже через пару недель она играла, прыгала и носилась, как самый здоровый кошачий ребенок. Вскоре кошечка добралась до отметки 1 килограмм на весах. Это была еще одна маленькая победа. Я помню, когда она весила всего 220 граммов. Была исхудавшей и обезвоженной. Говорит Аманда, опекунша малышки. Сейчас все это позади, и этот комочек энергии не перестает радовать нас с мужем. Через два месяца после спасения Мейпл не узнать. Она превратилась в очаровательную, игривую, активную и удивительно дружелюбную кошечку. Она ладит со всеми кошками, которые живут на передержке у Аманды и ее супруга, и вовсю радуется жизни. Скоро для Мейпл начнут искать постоянных хозяев. После всего, через что пришлось пройти этой одноглазой малышке, она заслуживает настоящего счастья.